Ну что, мы, в общем, подводим итоги. Я считаю, что мы прожили хоть и сложный год, но очень интересный и очень продуктивный. Ровно год назад мы вовсю готовились к огромному большому концерту на самой главной сцене нашей страны в Кремлевском дворце съездов. Мы собирались отмечать Восточный Новый год на главной сцене страны. Параллельно мы готовились. Впервые тоже у нас проходил фестиваль современной музыки «OU Sound». Может быть, многие из вас помнят. 26-29 февраля это было крупное мероприятие. Это одни из самых масштабных мероприятий. В течение 2020 года, несмотря на ограничительные меры, Республиканский театр подготовили больше 120 спектаклей и 100 концертов. Заработная плата по сравнению с 2016 годом значительно увеличилась. 13 марта прошлого года в Бурятии ввели премию в области театрального искусства – 300 тысяч рублей. По национальному проекту «Культура» отремонтировали 14 домов культуры – почти на 63 миллиона рублей. Министр культуры поделилась некоторыми планами на этот год. Мы в следующем году освоим порядка 746 миллионов рублей из федерального бюджета. Они пойдут у нас на создание капитальный ремонт объектов культуры. Это 14 сельских домов культуры в 11 муниципальных образованиях. На капитальный ремонт детских школ искусств у нас уйдет 30 миллионов рублей. Это на 4 объекта. Это в городе Улан-Удэ детскую школу искусств отремонтируем, в Кабанском районе, в Хоринском и в Северобайкальском районе. Алтана Мункуева, Максим Пермяков, телекомпания АТВ.